Тихонько. Dear guests, my dear colleagues, I'm glad to open the third and final day of the Days of International Education in Moscow. And our first speaker will be professor of the University of Mainz in Germany, Olga Zlatkin-Troyanskaya. Olga will introduce presentation. You see the title. After that, some time for clarifying questions. Professor Elena Kartanova will discuss the presentation. Oh no, then Professor. Anyway, the presentation will be discussed. So, добро пожаловать. Спасибо, доброе утро. Я постараюсь презентировать то, что я подготовила на русском языке. Мои слайды на английском языке, я прошу прощения, у меня нет русской клавиатуры, но мы уже договорились с коллегами, что я ее скоро получу. И, может быть, в следующий раз могу подготовить слайды на русском языке. Скажу честно, что я не знала, кто будет сегодня присутствовать на этой лекции. То есть были разные догадки, начиная от учащихся... младших классов. Ну, примерно, да. Кончая аспирантами, профессорами и так далее. Поэтому я подготовила достаточно долгий доклад с большим количеством слайдов. И вот у меня теперь такой все-таки вопрос. Скажите, пожалуйста, кто из вас уже закончил высшее учебное заведение? Почти все. А кто аспиранты? А кто же закончил... Еще магистры есть? А кто магистры? Окей, я поняла. Ну, в общем, такая смешанная группа. Ладно, я, конечно, не знаю, что вы уже, так сказать, слышали на тему Performance Assessment. Сейчас мне будет Елена сразу помогать это все дело переводить на русский язык. Я постараюсь начать с такого краткого, с такой, так сказать, краткая пробежка по основным темам, топикам. Если я буду видеть, что вы как бы совсем скучаете, я просто буду бежать дальше. А если у вас какие-то вопросы, тогда вы останавливаетесь, и мы будем говорить об этом более подробно. Этот слайд одного очень известного ученого из Америки, может быть, даже вы слышали его имя, Джеймс Пеллегрино. И вот он как бы сказал недавно, примерно год назад, такую очень-очень хорошую фразу, что если мы по принципу пытаемся измерить уровень знаний, навыков, компетенции, перформанс, неважно, как мы это будем называться, то очень важно, чтобы мы четко определили, что это, что мы хотим измерить. Что мы хотим измерить, каков результат или какой процесс и так далее. Это один из самых важных вопросов, который на сегодняшний день мы с вами будем, так сказать, затрагивать. Потому что есть огромное количество на сегодняшний день различных ассессментов, и моделей, и тестов, и. Основная их проблема – это, конечно, проблема так называемой валидити. Это значит то, что... часто мы не знаем, что мы измеряем. А если мы не знаем, что мы измеряем, то, в общем-то, конечно, все наши измерения никому не нужны. Это, так сказать, пустая трата времени и денег. Как вы видите на этом слайде, тут пример различнейший уровень компетентности, знания, о которых вообще мы можем с вами говорить. Вы видите так называемые диспозиции или какие-то определенные знания, навыки. Более высокий уровень – это уровень компетентности. И самый высокий уровень – это тот уровень, который мы называем перформанс. И это на сегодняшний день или сегодня для нас это ключевое, так сказать, слово. И смысл этого слова заключается в том, что мы смотрим на непосредственно на то, как ученик или учащийся справляется с конкретной задачей. То есть мы не смотрим на какие-то диспозиции в том плане, что, например, его уровень IQ Мы не смотрим на его какие-то определенные знания, какие-то навыки. Мы даем ему конкретную задачу, например, по экономике или по медицине, по праву, и смотрим, так сказать, именно вот на комплексные результаты. Вот слово «комплексный» по-английски мы говорим «холистик». Это второе ключевое слово, которое сегодня тоже очень-очень важно в данном случае. Вы видите, вот еще раз, это... Схема, она как бы показана как континуум. Вот disposition, я думаю, все понимают, что это такое, и определенные навыки, которые, так сказать, ведут нас от этих disposition, и вот конечный результат, это то, что нас интересует сегодня. Как вы видите, очень важно, это то, что мы говорим о том, что мы видим, то есть это observable. И это вторая или третья ключевая фраза на сегодня. Как вы опять-таки видите на этой фолии, что очень часто, когда мы пытаемся измерить какие-то навыки или знания, мы все время имеем дело с так называемыми латентными конструктами. Если я что-то говорю непонятно, на русском, то вы, да? Латентными конструкторами. Нас интересуют на сегодняшний день не какие-то латентные конструкты, которые в голове этого человека, а именно то, как его конкретный результат в конце решения определенной практической задачи. Пример моего коллеги, который, к сожалению, не смог приехать, который должен был быть сегодня, Рич Шевельсон, я думаю, что многие из вас его знают, и на самом деле вот такой классический пример. Он говорит, что если вы хотите проверить, насколько человек в состоянии управлять машиной, то, конечно, один из вариантов дать ему тест. Вы сядете к человеку в машину за руль, который заполнил тест? Я не сяду. Что мы сделаем? Мы посадим этого человека в машину и посмотрим, насколько хорошо он эту машину умеет водить. И вот это ключевое, так сказать, ключевая зацепка для тех перформанс-ассессментов, о которых мы говорим сегодня. На самом деле перформанс-ассессмент это достаточно такой термин тяжелый, потому что если говорить на разные языки, то, в общем-то, когда мы любой тест даем учащимся, то, в общем-то, в какой-то степени, конечно, тоже перформанс-ассессмент, включая обычный multiple choice. Но вот сегодня тот тип перформанс-ассессмента, на котором мы заостряем наше внимание, это вот именно тот тип теста, когда мы даем конкретную задачу, например, составить какой-то репорт или, например, обработать какой-то медицинский случай конкретный. Именно то, что касается профессиональной деятельности в ежедневной практике. И посмотреть на этот результат. Как я уже сказала, фокус – это именно холистический результат того, то, что учащийся показывает там в итоге этого ассессмента, этого теста. Это достаточно длинный пункт. Я знаю, что у меня нет на этот пункт времени, я по этому пункту пробегусь очень быстро, на самом деле это очень важно. Я просто надеюсь, что многие из этих вещей, которые, в общем-то, в этом пункте подразумеваются, что, в общем-то, я думаю, что вы уже много всего слышали. Есть огромное количество моделей, как можно разрабатывать тест и разрабатывать его дизайн и посмотреть, изучать его характеристики с точки зрения reliability, validity. Мы, как правило, или наша группа, в частности коллеги, о которых я уже сегодня говорила, Джеймс Пеллегрино, Рич Шевельсон и другие коллеги, мы следуем модели так называемого Evidence Centered Design, который разработал коллега Боб Мислида. И опять-таки, как бы, может быть, так сказать, короткий смысл этой модели заключается в том, что необходимо в начале, перед тем, как любой ассессмент разрабатывать, необходимо четко ответить на достаточно сложный вопрос, что мы хотим измерить. То, что я сказала в самом начале сегодняшней лекции. Знания, навыки, или как, а то, что, о чем мы говорим сегодня, это именно конечный результат, как вождение машины. И я вам покажу потом несколько слайдов, где вы будете видеть, насколько это на самом деле сложно взять и четко описать, ну, с точки зрения концепции и теоретической базы, о каком конструкте мы говорим. Это А и О. Если вы это не сделали, то вы не будете знать в итоге, что вы измерили. И дальше подумать, какой тип заданий необходимо дать этому учащемуся, чтобы быть в состоянии измерить этот конструкт, как мы говорим, объективно, надежно и валидно. Это как бы два основных критерия при развитии любого ассессмента, и посмотреть, что соединяет мой конструкт и результат, который показал учащий. И вот вы видите, что, в общем-то, в итоге, конечно, мы говорим о достаточно тяжелой задаче для нас, как психометрика. И чем более сложный конструкт, то есть мы говорим так называемый комплексный конструкт, а перформанс — это очень сложный конструкт, потому что вы понимаете, что водить машину нужно иметь очень много знаний, нужно иметь очень много навыков, компетенций и так далее. То есть мы говорим об очень комплексных конструктах. И чем более комплексный конструкт, тем сложнее, еще раз повторяю, задача для нас как психометрика. Второй пункт, который я тоже хочу, на который хочу обратить ваше внимание, перед тем, как разрабатывать любой ассессмент, особенно перформанс-ассессмент, что вы должны для себя решить, зачем вы это делаете. Какая цель тестирования? У тестирования может быть огромное количество разных заданий, направлений, и вы видите здесь несколько примеров, которые я написала на этом слайде. Конечно, для нас, как, так сказать, людей, которые занимаются психометрикой, всегда интересует качество этого конструкта с точки зрения психометрики. Но очень многих это абсолютно не интересует. Очень многих интересует, например, это взять и, так сказать, посмотреть, протестировать какие-то определенные модели, теоретические модели, которые были разработаны для базы этого конструкта. Это могут быть, конечно, абсолютно другие цели, например, с точки зрения изучения качества образования. Это совсем-совсем-совсем другая песня, говоря по-русски. Или взять и, допустим, использовать этот конструкт для того, чтобы пытаться оптимизировать ваши техники преподавания и так далее в каком-то определенном университете или в какой-то определенной программе. Это отдельная лекция, но это очень-очень важный момент. Если мы говорим о перформанс-ассессменте, что мы все время говорим для чего. То, что я вам сегодня буду показывать как примеры, это чисто разработки научные. Они были разработаны именно с точки зрения науки. Мы хотели посмотреть, насколько эти инструменты, так сказать, могут быть применены для измерения таких комплексных конструктов, и фокус, как вы видите, это, так сказать, психометрическое качество. Если, например, меня снова просите, можем ли мы их применять в практике, я вам скажу, что на сегодняшний день нет, потому что мы не знаем, какие, так сказать, например, какие consequences, какие implications мы можем, так сказать, сделать на основе этих конструктов. У нас нет подобных данных. Или, например, мы не знаем на сегодняшний день, насколько эти конструкты, ассессменты в состоянии измерить изменения перформанс именно в, так сказать, процессе обучения. Это очень важный вопрос. Хорошо. Поскольку я знаю, что времени не так много, то придется мне немножко сокращать, как я уже говорила. Это важно, это на самом деле важно, потому что, еще раз, если мы говорим о модели изменения профессионального перформанса, то, как я уже сказала, это, с одной стороны, всегда холистика, это комплексный конструкт, на которого мы смотрим. С другой стороны, это все равно всегда, с точки зрения психометрики, аналитика. Я вам потом позже покажу большое количество примеров, если успею. И это, на самом деле, такой очень интересный момент, потому что, с одной стороны, вы разрабатываете конструкт, который холистический, то есть, опять-таки, например, как человек водит машину. С другой стороны, если в итоге вы потом начинаете измерять и пытаться, так сказать, описать этот конструкт с точки зрения психометрики, то вы вынуждены использовать модели, которые аналитические модели. Так, вот здесь пример. Вот вы видите, что я сейчас ухожу от вождения машины и, так сказать, показываю вам домену, которая мне более, наверное, хорошо знакома, это экономика. Но вождение машины мне тоже знакомо, я ее вожу. Но все-таки экономика, наверное, мне еще ближе знакома. И вот видите, например, коллективный конструкт – это решение определенных задач. Вот, например, там, финансовой области студенту нужно написать, например, там, комплексный финансовый план. Вот это его перформанс. Вот его перформанс, который он, так сказать, в итоге нам показал, это вот этот план, который он составил. Вот видите, это в самом центре, это на самом верху этой фолии. И вот теперь вот мы дальше смотрим, а что для этого необходимо? Для этого необходимо, с одной стороны, чтобы он был в состоянии понимать экономические конструкты, принципы. И, конечно, с другой стороны, чтобы он был в состоянии решать экономические задачи. Как вы знаете, очень часто мы можем что-то понимать, но нам не хватает определенных знаний и навыков, чтобы решить конкретную проблему. Опять-таки, если мы посмотрим на понимание и на решение проблем, то мы увидим, что это могут быть, конечно, определенные знания и навыки, как мы говорим, domain-specific, то есть именно, так сказать, чисто экономические. А это могут быть и так называемые генерические компетентности, как, например, видите, примеры quantitative reasoning, я думаю, что вы понимаете, это абстрактное мышление, логическое мышление и так далее. То есть вы видите, то, что я вам говорила в самом начале, это комплекс различных знаний, навыков, компетентности, которые необходимы для того, чтобы в итоге показать нам этот результат, как написание определенного финансового плана. Это то, что вот я подразумевала вот на этой фолии, что с одной стороны вы фокусируетесь на этот холистический конструкт, с другой стороны, в тот момент, когда вы начинаете с точки зрения психометрики измерять, то вы все равно автоматически, так сказать, я не хочу сказать, падаете, нет, вам просто необходимо, так сказать, обе перспективы, вам необходимо, опять-таки, это аналитические, так называемые аналитические модели, чтобы развернуть этот конструкт и понять его структуру, опять-таки, с точки зрения валидности и так далее. Что это для нас означает? Я уже коротко это сказала, это означает, что нам, с одной стороны, перед тем, как развивать любой ассессмент, разрабатывать, нам необходимо сформулировать модели об этом конструкте, об его структуре, о различных уровнях и, опять-таки, конечно, подумать о его развитии, например, в условиях какого-то определенного курса. И, конечно, эти модели, они, как правило, базируются на моделях из когнитивной психологии, из learn science и так далее, дидактики и так далее, там подобное. Это одна база. Вторая база, о которой я сегодня целое утро говорю, это, конечно, модели психометрические, которые, опять-таки, нам необходимы для того, чтобы этот ассессмент потом дальше изучать и тестировать и применять в практике. Я принесла вам примеры различных моделей. На самом деле это не так важно. Смысл заключается в том, что вот просто когда мы говорим, я хотела просто вам показать примеры моделей, о которых мы конкретно, так сказать, можем говорить. Очень много примеров, я думаю, что вы наверняка их изучали. Например, очень часто, я думаю, что вот вы слышали уже вот так называемый таксономия Блюма, которая вот различает различные уровни, или опять-таки таксономия, которая была дальше развита Эндерсон-Крафтвелл. То есть вы видите, что все время примерно один и тот же принцип. Мы смотрим на политический конструкт и дальше смотрим, из каких, так сказать, различных процессов и dimensions он состоит. Это первый пункт. Второй пункт, с точки зрения психометрики, опять-таки, очень много есть различных дизайнов. Я думаю, что вы очень много дизайнов изучали уже, или о них слышали. Очень, естественно, в последнее время очень, так сказать, достаточно популярный дизайн Уилсона, Марк Уилсона, я думаю, что вы тоже уже с ним слышали и работали. О Пеллегрине я уже говорила. Как я в самом начале сказала, мы работаем с дизайном Мислевли и с Хертель, который так называем Evidence Centered Design, и который именно, так сказать, фокусирует на начале анализа домен. Я вам сейчас расскажу об этом, что это означает с точки зрения или в комплексе Performance Assessment. моделирование домена и дальше уже assessment framework и так далее. Окей. Как обещано, что или в чем, так сказать, специфика именно так называемых performance assessment? Считается, что достаточно новый тип ассессмента. Как я уже сказала, я не совсем с этим согласна, потому что на самом деле разработок много, и разработки есть уже в 60-е годы, были сделаны подобные разработки в 70-е. Много разработок было сделано с военной промышленностью, с космонавтами были подобные задания разработаны. Ну, именно, так сказать, я бы сказала, в традиционном контексте образования, наверное, да, это были новые разработки. Я думаю, что многие из вас слышали о College Learning Assessment, которые были применены в этой студии Ахела. И дальше развит как бы следующие формы, цели, класс и так далее. То, о чем я буду говорить сегодня, это так называемый IPAL assessment, это как раз Performance Assessment of Learning in Higher Education. Это проект, который мы проводим с 2016 года, как я уже говорила, с коллегами Stanford университета, Шевельсон, другие коллеги. Фриц Озерк присутствует сегодня и будет во второй половине этой сессии рассказывать о том, что они разработали в Швейцарии. Я уже сегодня часто сказала или использовала этот термин. Мы следуем, так сказать, понятию холистики. С одной стороны, и говорим о том, что да, мы смотрим на этот конструкт, и это комплексный конструкт, и смысл заключается в том, что этот конструкт он, конечно, представляет собой больше, чем, так сказать, вы видите, чем сумму частичных единичек. То есть, если мы возьмем и сложим все знания, навыки и компетентности, то, в общем-то, как бы теза, которую мы рассматриваем, что это все-таки больше, чем эти частичные, чем эти единичные частички. И в общем-то, так сказать, это один из интересных пунктов. Это то, что мы говорим, как бы, что с одной стороны, вот именно описывается конструкт, то мы исходим из того, что этот конструкт, как я уже тоже говорила, комплексный, и он динамично развивается. Опять-таки, это пункт, который я бы сказала, наверное, как самокритика. Мне неизвестен на сегодняшний день в мире ни один перформанс-ассессмент, который в состоянии измерить изменения перформанса. То есть, как бы мы говорим о том, что это динамический конструкт, но, в общем-то, это тезис, который на сегодняшний день мы пока доказать не можем. И опять-таки, мне не знаком конструкт, мы работаем... Елена тоже знает, мы работаем с большими тоже организациями, как ETS, Princeton и так далее. Все об этом говорят, я такого ассессмента не видела. Ну, как теза, конечно, да, это, безусловно, имеет смысл. Смысл заключается в том, что основной смысл развития подобных ассессментов, что мы пытаемся посмотреть на конкретные профессиональные задания, которые как бы встречаются именно в профессиональной деятельности. То есть, если мы говорим об учителях, то мы смотрим, что необходимо для учителя, чтобы стоять, например, в классе перед своими учениками и преподавать физику. Если мы говорим о водителе, то мы смотрим, что необходимо, чтобы он мог вести машину. Если мы смотрим, не знаю, на, как я уже говорила, экономиста, то мы можем, допустим, попросить его разработать финансовый план и посмотреть на этот результат. И это то, что вот мы называем, так называемый criterion sampling approach, то есть мы пытаемся как бы посмотреть непосредственно в самой практике и собрать именно, так сказать, различные критерии этой профессиональной деятельности. И на это является основой для развития подобных конструктов. То есть, вот вы видите, как бы то, что я опять-таки выделила шрифтом, что мы идем и смотрим именно на его непосредственную деятельность, практики, разрабатываем ассессменты, в которых мы стараемся, так сказать, нашего учащегося сконфронтировать эту ситуацию. То есть я вам потом покажу примеры, например, что учащиеся, которые готовятся как преподаватели, например, экономики, что, например, там, ну, естественно, компьютер-базированные ассессменты, и они видят учеников, у которых какая-то проблема в классе. И вот их задание – это взять, например, среагировать с точки зрения дидактики, то есть, чтобы помочь, например, ученикам решить проблему. Или, вот как я вам позже покажу, второй пример, что, ну, немножко, может, такой немецкий специфический пример, что, ну, там будет показан пример учащегося, который является, как бы, членом одного такого городского совета, и вот его просят, как учащегося экономического вуза, как бы написать тоже определенный стейтмент, и, естественно, именно с профессиональной точки зрения, не знаю, насколько эта ситуация реальна для России, но в Германии это на самом деле, так сказать, распространено, что учащиеся работают в подобных муниципальных центрах, извините. То есть это то, что вот, как бы то, что я сказала, это основной из важных принципов, что мы идем на самом деле в профессиональную, так сказать, сферу, смотрим на непосредственно то, что необходимо нашим будущим экономистам, учителям и так далее делать, и на этой основе разрабатываем подобные ассессменты. И вот я еще раз заостряю ваше внимание, потому что на самом деле важный пункт, он может быть тяжелый, он может быть не совсем интуитивно понятный, потому что, с одной стороны, я вам все время говорю, комплексный конструкт, холистика, вот мы смотрим на деятельность и так далее, а с другой стороны, если мы видим психометрика, аналитическая и так далее. Это действительно, вот видите, на этом, вот я постаралась на этом слайде вам еще раз показать, так сказать, вот эти две различные дихотомии, что с одной стороны мы действительно, это вот этот критерий сэмплинг, и вот мы смотрим, так сказать, холистически на конечный результат этого действия. Но с другой стороны, в тот момент, когда мы начинаем это измерять, это то, что, наверное, вам может быть даже более понятно и знакомо, это, в общем-то, те психометрические модели, которые, я думаю, что вы уже изучили, изучаете, это, там, например, Item Response Theory и так далее, там подобное. Не буду вдаваться в этот слайд, я в фолии, я слайды уже прислала Юле, потом можете спокойно посмотреть и почитать, но, в общем-то, тут я просто еще раз более подробно описала вот эту дихотомию, это на самом деле очень-очень важно, это нужно понять, если вы когда-нибудь хотите сами разрабатывать подобные ассессменты или работать с этими ассессментами. Хорошо, я думаю, что я очень много говорила о теории, и скоренько я тоже лучше покажу на примере, на конкретных примерах. Давайте все-таки вы посмотрите, как это выглядит в реальности. Хватит теории, давайте перейдем к практике. На сегодняшний день мы разработали сами, не совсем так, окей, мы разработали больше перформанс-ассессментов, но вначале я вам покажу те перформанс-ассессменты, которые мы заработали для измерения так называемых генерической перформанс, то есть это значит, что она не сфокусирована, например, на экономиста, или она не фокусирована, например, на учителя, врача, она как бы фокусирована на ту перформанс, которая необходима учащимся различных направлений. И, как вы видите, как бы два фокуса было или есть на сегодняшний день. Один фокус измеряет критическое мышление учащихся вузов, другой фокус измеряет их так называемый онлайн-ризинг, боже мой, мышление, аргументация, критическая оценка информации онлайн. Я надеюсь, что перевод более, ну, типа джипер, да. Да, окей. Я сегодня заострю внимание на критическое мышление, потому что это как бы опять-таки такой линк к тому, что вам будет потом рассказывать Фриц. Окей, да, критическое мышление. Наш холистический конструкт. Ну и вот теперь началось. Вот, холистический конструкт, критическое мышление. Все хорошо. Ну, теперь начинается аналитика, что, естественно, мы смотрим, из чего он состоит. какие знания, какие навыки, какие компетентности необходимы для того, чтобы человек был в состоянии критически мыслить. Ну, то есть в данном случае наш учащийся вуза. И вот вы видите, как бы тут различные фасеты, например, как оценка и использование различных аргументов или понимание тех последствий моего решения, например, как экономиста. Если, так сказать, я вам сейчас покажу это на конкретном примере. Естественно, оценка различных информации и так далее. Что мы сделали как бы, в нашей студии? Это мы, ну, во-первых, мы, естественно, этот ассессмент разработали, это компьютер-базированный ассессмент. И кроме этого мы как бы посмотрели не только на результат конечный, но с точки зрения, опять-таки, в общем-то, было, как я уже говорила, это научные разработки. Основной фокус был, конечно, психометрическое качество нашего инструмента. И поэтому один из основных моментов был, конечно, посмотреть именно, так сказать, на не только на конечный результат, но еще на процесс того, как бы как ученик или учащийся, так сказать, пришел к этому конечному результату, и поэтому мы провели разные исследования, когнитивные интервью, кроме этого мы сделали еще лог-файл анализ, то есть их инструменты, тех документов, которые они использовали и так далее. Окей. Вот так это примерно выглядело, то есть как бы, ну, учащиеся видели перед компьютером, они работали с компьютером, им показывали это задание. И смысл этого задания, вот, этот пример, который я сегодня привезла с собой, это вот то, что как бы я уже вам сказала, что учащийся, он член муниципального совета. Это реалистично. Еще раз, для Германии это абсолютно реалистичная ситуация. И этот муниципальный совет как бы получает определенное предложение от фирмы построить ветровые мельницы. И, как, так сказать, всех членов просят, чтобы они сказали, они за или против. Смысл заключается в том, что, естественно, как бы все эти члены совета получают огромное количество разной информации, экономической информации, правовая информация, какие последствия могут быть на окружающую среду, я не знаю, там, может быть, птицы, например, погибнут из-за этих мельниц и тому подобное. И, конечно, смысл заключается в том, что, вот, допустим, как те, которые учащиеся, которые находятся в программах экономики, что, если говорить о критическом мышлении, что, конечно, будем ожидать, что они смотрят не только на финансовую, так сказать, сторону, а, конечно, они еще думают, например, о последствиях строительства этих мельниц, например, на окружающие среды. И, да, как я уже сказала, как бы большая база данных, которые были даны этим учащимся, 22 документа, и один из пунктов этого задания является то, что они должны в состоянии оценить качество этих документов, потому что многие документы релевантны к этому заданию, другие нерелевантны, многие надежны, другие ненадежны. И, конечно, опять-таки, критическое мышление, они должны быть в состоянии оценить и сказать, а, эта информация меня не интересует, или эта информация ненадежна, я не буду ее использовать. Вы видите здесь примеры, то есть это были, конечно, абсолютно разные документы, как я уже говорила, и видео, и какие-то, например, там вытяжки из Википедии, опять-таки, надежные или ненадежные, и там различные хиперлинки и так далее и тому подобное. И вот здесь вы видите пример, вот то, что я вам только что сказала, что некоторые документы были релевантны, или являются релевантными и надежными, а другие являются нерелевантными и ненадежными. Это, как бы, естественно, один из компонентов этого критического мышления. Здесь, вот, я думаю, что вот если вы сейчас увидите, вот посмотрите на это фолио внимательно, этот слайд внимательно, то вот вы поймете то, что я вам, так сказать, уже много раз пыталась заострить ваше внимание, вот это аналитический подход. Мы говорим о холистическом конструкте, очень, на самом деле, такой комплексный конструкт критического мышления. Но в тот момент, когда мы начинаем его оценивать, то вот здесь пример вот этого аналитического подхода, потому что нам необходимо, естественно, метрика, чтобы этот конструкт оценить. И вот здесь, например, вот вы видите только маленький пример этой метрики, это только один из областей этого конструкта. И вот каждый, это вы вот видите, что мы взяли, разработали метрику, она от 1 до 6. И вот эти конструкты, которые я вам показала, критическое мышление, мы в итоге мы его разложили в 49 компонентов. 49 компонентов. И для каждого компонента мы, естественно, опять-таки вместе с коллегами различными мы сформулировали так называемый behavioral anchors. То есть видите, как бы опять-таки нас на scale от 1 до 6. И вот для каждого этого из 49 компонентов мы описали, как бы, что мы ожидаем от учащегося, точки зрения, или именно если мы смотрим на эти частичные единички, 49 компонентов, для того, чтобы вот его оценить на этой скале от 1 до 6. То есть, как видите, это уже чистая аналитика. Окей, я перепрыгиваю, потому что это из другой студии. Но сейчас, в общем-то, так на самом деле опять буду немножко быстрее говорить. Конечно, вот сейчас уже начинается то, что я говорила с точки зрения чистая разработка для науки. То есть, конечно, нам было очень интересно посмотреть на reliability этого конструкта. Как вы видите, мы удивились, но она, в общем-то, весьма приличная reliability для, так сказать, нового развитого конструкта. Сами результаты нас очень расстроили. Очень расстроили. Если взять и посмотреть, так сказать, на квартиле, и насколько наши учащиеся в вузах, я сейчас говорю об учащихся в Германии, поэтому, так сказать, наверняка в России все лучше, но у нас учащиеся в Германии плохо мыслят критически. Вы видите, что как бы в высшем квартире вообще никого нет, ни одного учащегося. И, в общем-то, основная масса, она, в общем-то, так сказать, нижней половинки. Если посмотреть на 4 квартиры, то, в общем-то, надо сказать, что те данные, которые я вам сегодня презентирую, эти те данные, которые были из тестирования учащихся в конце бакалавра и конец магистра. То есть это, конечно, нужно иметь в виду. То есть мы говорим не о тех, как бы тех учащихся, которые в начале обучения, только что пришли из средней школы, ну и, наверное, еще у них все впереди. Мы говорим о тех, у которых, в общем-то, уже обучение закончено. И вот вы видите на этом слайде, как раз, бэчела означает бэчела, магистр означает магистр. И вот здесь вы видите, как они, так сказать, насколько они хорошо показали критическое мышление. Здесь на примере четырех dimensions. Один, наверное, из тоже очень интересных моментов, если вы посмотрите на уровень студентов в конце бэчелора и на уровень студентов в конце мастера, то вот то, что о чем я вам говорила, то вы не увидите большую разницу. И я могу сказать больше, эта разница несигнификантна. То есть это говорит нам о том, что мы не можем исходить из того, что критическое мышление наших учащихся автоматически развивается, как бы, так сказать, только потому, что они учатся в вузе. Мы об этом говорить не можем. Но это уже тоже другая песня. Окей. Дальше немножко, опять-таки, пару результатов. Как я уже говорила много раз, конструкт это, конечно, комплексный. Это означает, что все эти различные, так сказать, можно сказать, sub-dimension, конечно, они зависят друг от друга. Это понятно, это, так сказать, в основе этого конструкта заложено. Это видно тоже на этом слайде. И, конечно, опять-таки, вот, например, не то, что даже проблематика, но, конечно, вот эта зависимость, она, я не хочу сказать проблематична, но это то, что, опять-таки, с точки зрения психометрии или психометрического анализа, конечно, тоже нужно иметь в виду и очень внимательно на это смотреть, потому что, вот, например, вот как вы видите здесь, мы различили 4 главных, так сказать, dimensions. И если потом провести дальнейшее исследование, я уверена, что вы знаете, что такое confirmatory factor анализ, например, увидите, что, в общем-то, 4 фактора в данном случае нет, то есть они у них хуже, так сказать, симметрические качества у этой модели по сравнению с моделью, где мы различаем только 3 фактора. То есть вот вы видите, что, в общем-то, дальше это начинаются такие, в общем-то, я бы сказала, чисто аналитические анализы, которые, опять-таки, очень важны для вас, потому что на основе этих анализов вы можете смотреть и, так сказать, коррегировать ваше теоретическое моделирование. То есть, я еще раз повторяю, это действительно научные разработки, и это вот такой процесс, в котором мы на сегодняшний день находимся. Мы разрабатываем конструкты, мы разрабатываем тесты, мы получаем данные, и дальше на основе этих данных мы дальше оптимируем этот конструкт. Естественно, если мы говорим опять-таки о различных, так вот сказала, о различных составляющих и как эти составляющие взаимодействуют и от каких других параметров они зависят, конечно, то, что нас особенно интересует, это, например, correlation с такими конструктами, как уровень IQ или уровень, например, именно domain-specific знаний. То есть в данном случае мы говорим все-таки о кейсе, который сфокусирован на определенную экономическую проблематику. И вот вы видите, например, что вот в одном из исследований мы, естественно, измерили IQ с точностью. Я думаю, что вы знаете очень много IQ-тестов. И, естественно, измерили уровень знаний экономики. Вот тут, например, тоже очень интересный такой результат, который для меня был, я бы сказала, expected. Как вы видите на этом слайде, что высокий уровень знаний экономики абсолютно не имеет ничего общего с критическим мышлением при решении экономического кейса. Если не наоборот. Если не наоборот, да. То есть опять-таки я бы сказала, что expected result, то, что мы видим, достаточно высокую зависимость с IQ. Окей. Тут любой, так сказать, исследователь из области cognition скажет, да, в общем-то, наверное, если бы да, по-другому, наверное, бы, если бы мы не увидели подобных взаимосвязей, наверное, бы опять-таки говорила бы о проблемах валидности нашего инструмента. Конечно, мы тоже посмотрели, провели различные анализы с точки зрения группы, посмотрели, как вот вы видите здесь, опять-таки, насколько можно характеризовать учащихся на основе этих результатов различные группы. В общем-то, опять-таки, результаты, я бы сказала, достаточно expected, в общем, они, опять-таки, говорю по-английски, meaningful, то есть они имеют смысл, что вот мы видим, что, допустим, те, у кого более высокая интеллигентность и так далее, то есть они все-таки, так сказать, являются более у них высокий уровень критического мышления, и наоборот. Окей. Очень важный аспект, и я много раз опять-таки сегодня уже уделяла внимание этому аспекту. То, что мы делаем на сегодняшний день, это так называемый validation study. Мы разрабатываем конструкторы и конструктор Performance Assessment, и мы смотрим на их валидность. Очень такая интересная дискуссия, на самом деле, в Educational Measurement. Я очень часто вела дискуссию с очень реномированными коллегами с точки зрения ETS, и Princeton и так далее и тому подобное. Основные коллеги вам скажут, что если мы говорим о валидности конструкта, достаточно посмотреть на один из этих критерий, которые вы видите на этом слайде. То есть, например, это то, чтобы его внутренняя структура этого конструкта была валидна. Или чтобы, например, его correlation с другими конструктами, как я уже сказала, IQ или знания была валидна. Или чтобы, допустим, процессы, которые лежат в основе обрабатывания этого конструкта, были валидны. У меня другой взгляд на это. Уровень валидности. Я считаю, что наш ассессмент, опять-таки, это мое чистое мнение, я бы сказала, даже не мнение, может быть, убеждение, как человека, который занимается education measurement. Я считаю, что наш ассессмент только тогда, можем сказать, что он валидный, если все пять критерий выполнены. Если один из 5 критериев не выполнен, я считаю, что наш ассессмент невалиден. И я еще раз повторяю, что если наш ассессмент невалиден, то выкиньте его. Он нам не нужен. Если мы в конце не в состоянии точно сказать, что мы измеряем, этот ассессмент не может иметь применения ни в практике, ни в науке. Ну, в науке всегда может иметь применение с точки зрения, так сказать, совершенствования, но с точки зрения практического использования это ассессмент, который абсолютно бесполезен. И это то, наверное, ну, опять-таки, тот момент, на который я хотела бы заострить ваше внимание, что, на мой взгляд, необходимо особенно если мы говорим о перформанс-ассессменте, то необходимо смотреть на все 5 критерий валидности. И, как я уже говорила, один из основных проблем этой формы ассессмента, что на сегодняшний день я не знаю ассессмента, который был в состоянии измерять изменения перформанса учащихся. То есть мы в состоянии, так сказать, измерить стейт, это в конце вечера, в конце мастера и так далее. Но если я именно пытаюсь и скажу, нас интересует изменение этого конструкта. На мой взгляд, перформанс-ассессменты, по крайней мере, в той стадии, которая на сегодняшний день они есть в мире, они не в состоянии. Это один из вопросов, конечно, которым, ну, надо заниматься дальше. Окей. Это тоже такой момент, я его немножко перескакиваю. На самом деле момент очень важный, потому что, как я уже говорила, что, опять-таки, если смотреть на валидность конструкта, то, конечно, один из очень важных критерий – это именно так называемый response process. То есть те процессы, которые ведут как бы к этому конечному результату. Это то, на что мы обращаем особое внимание во всех наших студиях, и особенно в данном случае вот именно в этой группе студий, которая фокусирована на перформанс-ассессменте. И то, что вот мы делали в наших анализах, это мы анализировали mock-files, которые учащиеся, которые, так сказать, получаем от учащихся, и это когнитивное интервью. Я знаю, что не так много времени, поэтому я, так сказать, этот пункт перескочу. На самом деле, я считаю, что, не знаю, если кто-то еще ищет тему для своей диссертационной работы, нет, у меня кандидатская в начале кандидатская, потом диссертационная работа в России, я считаю, что это одно из самых интересных областей. Самая интересная область – это, конечно, response processes, потому что вы действительно, так сказать, заглядываете в процесс понимания, в процесс мышления, в процесс обработки данных, в процесс… То есть, ну, это, конечно, это и когнитивные процессы, это и некогнитивные процессы. И, ну, это, я считаю, что на самом деле одно из самых интересных, и безумно интересные данные, которые мы на самом деле получили, но нет времени вам это показать. Окей, последний пример тех ассессментов, которые, как я уже сказала, что некоторые ассессменты вот мы разработали, которые как бы сфокусированы на эту генерическую перформанс, то есть для всех учащихся, независимо от направления. И другие ассессменты, они именно сфокусированы на определенной профессиональной деятельности. Мы разработали большое количество ассессментов для будущих преподавателей. И эти ассессменты, они двух типов. Первый тип – это как-то так называемый action-related перформанс, это именно, как я уже сказала, что, например, вот учащимся показывает видео, и это видео изображает ситуацию, где учащиеся, и у них какие-то проблемы, например, по экономике, и учащийся должен, например, у него микрофон, то есть так далее, и он должен на самом деле, как бы он должен агировать, он должен там сказать, что там сделайте это, объяснить что-то и так далее, то есть это экшен. А второй вид ассессмента – это так называемый рефлектив перформанс. Это когда он должен именно, в общем-то, это я бы сказала, или, может быть, даже вы сами скажете, про Трачанское, это уже идет, как бы, на самом деле, немножечко, опять-таки, в направлении критического мышления. То есть в данном случае, опять-таки, он должен как бы взять и оценить эту ситуацию, допустим, почему чаще были эти проблемы, например, из-за того, что у них какие-то misconceptions, или из-за того, что, может быть, были какие-то проблемы именно в инструкционном подходе и так далее и тому подобное. Ну, здесь просто 2 коротких примера. Я могу, опять-таки, прислать линки, вы можете посмотреть это видео. Вот видите, что как-то то, что я уже говорила, action-related performance, когда учеников какие-то проблемы, и учащийся, то есть должен среагировать. И опять-таки показывают видео, но в данном случае, например, вот вы видите вот вопрос, что, например, будущий учитель должен объяснить, почему у этих учеников возникли подобные сложности и так далее. Окей, все, последний пункт, и, в общем-то, я, гениальный тайм-менеджмент, как говорит мой коллега. Performance assessment – это очень интересно, но это действительно такая, это challenging, потому что мы говорим о очень сильно комплексных конструктов, и мы говорим о ассессментов, которые должны в состоянии быть эти конструкты валидно измерить, и, как правило, конечно, это длинные ассессменты, как правило, ну, когда мы говорим там multiple choice, может большое количество вопросов разработать, быстро, это легко, быстро и легко, но, в общем-то, конечно, совсем другая история. Подобный перформанс-ассессмент – это действительно такой длинный процесс, и, который занимает много времени. И, конечно, если опять-таки даже говорить с точки зрения науки, я даже пока не говорю о моем практическом применении, как вы понимаете, когда у меня есть multiple choice, например, Елена знает, мы проводим исследования, там, например, одна волна, 10 тысяч учащихся. Не проблема, multiple choice, то есть 10 тысяч учащихся легко, да? Когда мы говорим о подобных ассессментах, перформанс-ассессментах, конечно, у нас всегда небольшое количество ответов, опять-таки, что, конечно, является не то что проблематичным, но опять-таки это, естественно, лимитирует нас с точки зрения определенных исследований, психометрических моделей, которые мы можем применить. Это огромная разница, у меня 10 тысяч ответов, а у меня 100 ответов. И, как я уже говорила, конечно, с точки зрения аналитики это тоже все очень сложно. Вы видели, насколько сложен процесс развития этих так называемых скоринг-шем, чтобы кодировать эти ответы. У нас есть, конечно, огромное количество, ну не то что проблем, но опять-таки, например, то, что на сегодняшний день кодирование, естественно, human. Без кодирования. Мы работаем, я уже, Юля вчера тоже рассказывала, мы работаем с Принстоном, с одной группой в Германии, которые пытаются разработать кодирование на основе компьютера, так называемое machine learning кодирование. Опять-таки Принстон уверял, что они это уже могут, они это не могут. Я пока скептично к этому отношусь. Я не думаю, что в ближайшие годы мы сможем это разработать. Скажу вам почему. Потому что нам не хватает ответов студентов. Потому что вы понимаете, что такое машин лернинг. Как бы машина, она учится на основе тех ответов, которые у нас есть у учащихся. И в тот момент, когда у нас лимитированное количество этих ответов, то те модели, которые, так сказать, машин лернинг изучает, они лимитированы, они так называемые, они или overfitted, или underfitted. То есть, грубо говоря, они, то есть в итоге результат хуже, чем кодирование. Как бы с точки человеческое кодирование human. То есть это, конечно, тоже одна из, не то что проблем, но это, конечно, опять-таки одна из таких критических сторон подобных перформанс-ассессментов. Окей, я уже говорила, естественно, о, так сказать, проблеме, это то, что в итоге конструкт все равно состоит из огромного количества частичных единичек, которые у них очень сложные, так сказать, внутренние структуры, латентные структуры, изоб-dimensionality и так далее и тому подобное. Этот вот аспект, который я тоже много раз уже сегодня называла, это то, что если мы хотим изучать именно прогресс наших учащихся, например, критическое мышление, не знаю, вождение машины, написание финансовых планов, проведение операции, перформанс-ассессменты лимитированы. Пока мы еще не в состоянии именно измерить с помощью перформанс-ассессмента прогресс. Было безумно интересно. Это было безумно интересно, но пока мы еще до этого не дошли. Окей, это, в общем-то, один из аспектов, который тоже, конечно, с этим связан, это именно когда, вот, если мы посмотреть, и то, что я говорила в самом начале, для чего, допустим, подобные ассессменты нужны нам. И, конечно, очень часто, ну, если вы разговариваете, например, с людьми, которые работают непосредственно в практике образования, ну, то есть, например, профессора, доценты, они говорят, что, конечно, нас интересуют тули с точки зрения, с которых мы сможем, допустим, измерить разницу, с точки зрения, с которых мы сможем измерить так называемый value add, так сказать, на следующей фоле. Не можем. С помощью Performance Assessment мы пока это сделать не можем. Конечно, мы можем взять и, в общем-то, дифференс посчитать, но эта дифференс, это не означает, так сказать, это математическая, так сказать, дифференс, она не означает в данном случае, что мы измерили именно развитие критического мышления. Да. Что? Почему? Сейчас объясню. Давайте этот вопрос для дискуссии. Очень интересный вопрос. Сейчас, да, вернусь к нему. Окей, но поскольку, в общем-то, я большой оптимист, и я хочу, конечно, сегодняшнюю лекцию закончить на оптимистической нотке, мы огромное количество провели воркшопов, в которых принимали участие различные, как бы, ну, наши коллеги из различных областей, и в частности большое количество коллег, которые, ну, просто доценты, профессора и так далее. И надо сказать честно, что несмотря на все те сложности, о которых я сегодня говорила, огромный интерес к этим ассессментам, огромный интерес. И, например, опять вот в этих воркшопах или так, интервью, которые мы с ними проводили, конечно, действительно, все коллеги, там в общей сложности было почти 40 коллег из различных университетов, вузов и так далее в Германии. Все говорят о том, что это, в общем-то, все-таки такой новаторский подход, и все считают, что было бы, конечно, очень интересно использовать этот подход тестирования в высших учебных заведениях, например, не только использовать multiple choice или как бы классические экзамены, а вот использовать подобные ассессменты. Но опять-таки, как я уже много раз говорила, что еще у нас много челленджей для того, чтобы этот инструмент был на самом деле использован в повседневной практике. На сегодняшний день, по крайней мере, такие разработки, которые в Германии, это, конечно, научные разработки. Окей, ну, это примерно то же самое, что стояло на предыдущем слайде, поэтому я на этой нотке заканчиваю. Мы можем сразу вернуться к этому вопросу или начать с других, как вы хотите. Спасибо за внимание. Спасибо большое, глубоко уважаемая госпожа профессор. У нас есть время для очень ограниченного количества вопросов и, соответственно, ответов. Пожалуйста, коллеги. Прошу вас. Павел Сорокин, Институт образования Высшей школы экономики. Спасибо огромное за такой честный и глубокий доклад. И я хотел бы немножко дополнить ту картинку, которую вы нарисовали, потом спросить вопрос. Дополню следующим. Вот была конференция в Сан-Франциско в этом году, CIES. Там была секция, посвященная Life Skills Assessment. И выступали представители организации USAID, которая не такая крупная, как там Европейский инвестиционный банк или Всемирный банк, но довольно солидная. И они рассказывали с большой помпой о том, как они проводили изучение и попытку измерения последствий интервенции по Life Skills. И оказалось, что после интервенции по всем параметрам стало или хуже, или осталось так, как было. И общий лейтмотив был такой, что, ну, ребят, мы не знаем пока, что такое Life Skills, но вот мы примерно накидали такие-то тасеты, какие-то индикаторы, ну, и посмотрим, что получится. И вот то, что вы сказали вначале, что зачем нам это нужно, и какая связь здесь с нашей целью, между тем, что мы изучаем, и нашей целью. Вот у меня вопрос к вашему, собственно, исследованию. Вот эти 5 крупных составляющих критического мышления, а с какой концептуальной рамкой, с каким пониманием того, а зачем оно нужно людям, связана эта модель? Потому что идея ветровых турбин, конечно, очень такая... ну, сейчас тренде, да, но в какой степени она релевантна повседневным задачам практики учащихся, да, современных, вот мне не очень понятно. Может быть, есть какая-то другая вот рациональность за этим примером, может быть, проясните? Я думаю, что на самом деле такой, действительно, я бы сказала, ну, вопрос очень хороший, большое спасибо. Вопрос показывает, на самом деле, на проблематику использования ассессментов в различных странах. То, о чем вот я как бы в самом начале сказала, что вот естественно, и даже мы вчера с Юлей на эту тему говорили, я сказала, что я на самом деле привезла это ассессмент на русском языке. Я сразу сказала, что, Юля, наверное, это вот если в России его использовать невозможно, потому что вот абсолютно для вас вот, да, данный, так сказать, кейс, он как бы кажется нереалистичным, неаутентичным и так далее. В Германии это на самом деле очень реалистичный, очень аутентичный кейс. И на самом деле задумка такова, чтобы поставить учащегося в данном случае, опять-таки, это именно конкретный кейс. Кейсов очень много на самом деле. Например, там есть кейс там, строительства стадиона для футбола или, там, например, строительство нового госпиталя или строительство детского садика, то есть, и, там, или другой кейс, например, там, который сфокусирован на боже мой, expectation, life expectation. В общем, очень раз, на самом деле, смысл абсолютно правильный вопрос. Необходимо при данном ассессменте именно разработать такой кейс, который будет, мы говорим на английском, очень high face validity, который очень аутентичен. И почему я сказала, что культурный момент, то есть я еще раз повторяю, что для Германии это на самом деле очень аутентичная ситуация, которая действительно, в которую в данном случае вы можете посмотреть, насколько человек, который в общем-то, получает образование в определенной домене, в данном случае экономичная, экономика, что, например, на самом деле он смотрит при решении этой проблемы не только, как я уже сказала, на финансовые показатели, что там, например, там наш городок благодаря этим турбинам заработает, не знаю, там несколько миллионов, а он смотрит на самом деле на абсолютно разные показатели, как я уже говорила, там последствия окружающей среды, или что это там означает, например, для нашего туризма через 20 лет, если вдруг наша окружающая среда станет хуже, и так подобное. То есть, ну, как бы вот ваш, так сказать, вопрос показывает, что в России этот, допустим, кейс работать не будет, потому что это нереалистично. Вообще, на самом деле, я думаю, что я вам... Елена пусть мне напомнит, или я пришлю Елене, пусть Елена пришлет к вам. Потому что теория достаточно... Ну, как бы я не люблю подобные ответы, но она на самом деле сложная. Я просто немножко нервничаю, потому что я знаю, что очень мало времени. Но как бы различная теоретическая база заложена при развитии этих кейсов, которые именно сфокусированы, например, на такие теории, как быстрое мышление или медленное мышление, которое опять-таки различает между определенными так называемыми judgmental heuristic и так далее. То есть я предлагаю, что на самом деле я думаю, что это просто будет лучше всего, если я пришлю просто, допустим, там одну или пару статей, где вы просто почитаете именно, так сказать, на основе каких моделей были так сказать, ну, в данном случае дефинированы вот эти 5 центральных пунктов. Спасибо большое. Пожалуйста, коллеги, может быть, еще есть вопрос? Пожалуйста, Елена Юрьевна. Только прямо вопрос про рамку, вот, которая сейчас да. На слайде. Эта рамка, которую вы составляли, я там понимаю, что базируюсь на теории, она специфична для высшего образования, специфична для экономистов в высшем образовании, или она такая для взрослых, то есть она привязана к какой-то вот population? Нет, она, вот эта рамка как раз-таки на самом деле не привязана. Эта рамка на самом деле, как я уже сказала, что в данном случае этот кейс был сфокусирован на экономическую проблематику, но я уже говорила, что есть другие кейсы, которые вообще не сфокусированы на экономическую проблематику. То есть это как бы, ну, это на самом деле генерические. И с точки зрения, опять-таки, если говорить на уровень образования, то это то, что можно, как мы говорим, симулировать. То есть, естественно, было так сказать, что у вас есть фреймворк, а дальше вы, допустим, можете брать и изменять документы. И, безусловно, то есть, если там, знаете, вы хотите, например, разработать ассессмент для детей, то, конечно, вам нужны, так сказать, документы, с которыми дети смогут работать. Но фреймворк одинаковый, точно то же самое, то, что касается, например, этой scoring scheme. Вы можете его брать и... behavioral anchors, естественно, у вас будут совсем, так сказать, другие expectation, так сказать, не знаю, к учащемуся вуза в конце образования или, там, например, не знаю, к ребенку в конце начальной школе. Но, в принципе, сам по себе фреймворк, он может использоваться, быть для абсолютно различных уровней, то есть в данном случае адаптивен. Спасибо большое. Пожалуйста, ваш вопрос, только подойдите к микрофону. Нажмите. Ага, пожалуйста. У меня такой вопрос. Меня зовут Евгений. Я студент первого курса магистратуры измерения психологии образования. У меня вопрос про то, как вы определяли, насколько валидные и достоверные источники, которые вы использовали в данных кейсах. Информацию вы имеете в виду? Да, там есть пункт, где использование достоверных источников и отказ от использования недостоверных. На самом деле мы проводили, да, это были так называемые экспертные интервью, то есть как бы, ну, это там в данном случае, что, то есть эксперты, которые из, допустим, в данном случае из области или экономики, или мы также, у нас была группа экспертов, которые из Media Communication Science, извините, уже говорю быстрее, поэтому немножко использую английские термины. И мы показали эти 22 различных документа, и они как бы сказали, что окей, да, этот документ может быть оценен как надежен или ненадежен. И опять-таки тут есть, конечно, разная метрика. Это основной фактор — это именно то, что, так сказать, именно его контекст. То есть контекст, что, например, может документ быть с точки зрения коммуникации медиа, то есть они сказали, что он достаточно надежен, но, допустим, наши эксперты, которые, допустим, по экономике, сказали, что нет, там есть определенные ошибки или какие-то, ну, некорректности, даже не ошибки, но какие-то некорректности, которые в данном случае могут, опять-таки, привести, допустим, учащегося или человека, который работает с этим ассессментом, с этим заданием, так сказать, ну, к неправильным выводам с точки зрения мышления. Большое спасибо. Коллеги, есть возможность задать заключительный вопрос? Пожалуйста. Да. Максим Скрябин, Институт образования Высшей школы экономики. Я до этого занимался учебной аналитикой и адаптивным обучением, и там была такая методологическая, на мой взгляд, проблема, что, например, если учащийся взаимодействует с учебным объектом, да, например, изучает какой-то материал для формирующего ассессмента, то мы должны как-то понять, что изменилось с ним, и приговорить следующее. И тут вы много раз сказали, да, что текущий там performance-based assessment вообще не дает нам, как бы, понимания вот этого изменения. Что тогда остается для таких вот адаптивных обучающих систем, что мы только лишь можем использовать какие-то срезовые модели, да, то есть, условно говоря, какие-то там есть контрольные точки, да, что мы как бы действительно замеряем, да, то есть как бы текущий уровень учащегося. И действительно ли вот этот вот желание там многих разработчиков, да, сделать оценку без оценки оказывается утопичным? Ну, смотрите, тут две проблемы. Первая проблема, о которой вы сказали, это на самом деле абсолютно верный момент, что именно взаимодействие, так сказать, нашего учащегося, именно, так сказать, ну, как с источником информации. И, конечно, вот если, допустим, даже вы посмотрите на этот слайд, то вы можете посмотреть, например, и опять-таки, поэтому я сказала, очень-очень интересные данные именно response processes, например, log files или coglabs, потому что вы видите, например, какая информация, какой источник информации, например, так сказать, действительно привела к тому, что, например, там были какие-то проблемы в критическом мышлении. И вы можете симулировать, то есть, конечно, вы можете дальше ваш ассессмент адаптировать, и опять-таки, конечно, вы уже можете делать определенные выводы, то есть вы можете говорить, что если, например, эта информация, там, например, в определенном контексте, или, опять-таки, конечно, такие, но я думаю, что все из вас знают теорию Рихарда Майера. И естественно, что есть эффекты, например, по сравнению там или табличка, и, то есть информация как в форме таблицы, или в форме текста, или в форме видео и так далее. То есть, конечно, это не значит о том, что, так сказать, наши все исследования не имеют никаких практических, так сказать, применений. Конечно, вы очень много знаний получаете, и то, что в итоге, в общем-то, все равно можете использовать в практике. Это один момент. Второй момент заключается именно в том, на сегодняшний день есть тесты, допустим, multiple тесты, где мы можем сказать, что с помощью этих тестов мы можем измерить то, что вот, вы же видели на самом деле, performance learning, именно изменение знаний, изменение мышления. И если мы говорим о performance assessment, вот именно о том, как я сегодня вам показала, то мы не в состоянии измерить этот процесс. Опять-таки, не совсем так. Мы в состоянии это измерить, только если мы будем нашу оценку проводить не на основе, как бы, вот этих так называемых learning outcomes, то есть не то, что, так сказать, наши ученики, например, финансовый план, или репорт, или как он ведет машину, а именно на основе процесса. То есть, вот, например, если мы действительно будем брать и проводить, так сказать, исследования на основе, допустим, тех данных, которые мы получили из Logfiles, или тех знаний, которые мы получили из Conclabs, тогда да, тогда мы действительно можем, вот я... то, что этот вопрос в сторону Елены опять-таки идет, тогда мы действительно можем посмотреть, ага, а что изменилось в процессе его мышления? Например, что там, как говорится, он стал там определенные, так сказать, какие-то типичные ошибки, например, быстрое мышление, или он стал более критичен, например, смотреть на документы и так далее, там подобное. Но для этого нам необходимо именно посмотреть на процессы. Взгляд на конечный результат нам эту информацию не даст. Опять-таки, это не значит то, что это не значит, что эта информация для практики не имеет никакой релевантности. Конечно, имеет, но просто нужно все-таки оставаться критичными и действительно понимать, что, с одной стороны, да, мы можем смотреть на эти результаты, и мы можем, так сказать, конечно, думать о том, что это означает для практического применения, что это означает для изменения нашей инструкции, обучения, для того, чтобы, например, все-таки как-то развивать учеников критическое мышление. Но при этом, опять-таки, поскольку все-таки, я думаю, что все, кто здесь сидят, нас же интересует еще вопрос, так сказать, психометрическое качество нашего инструмента. И в данном случае я могу сказать, что мы не можем, допустим, сказать там, нашим коллегам, доцентам, что возьмите этот инструмент и измерьте, например, вот применение интервеншена, то, что, например, вы сказали, например, это была бы ерунда, но это просто была бы действительно ерунда. То есть мы не можем, например, использовать инструмент, чтобы измерить, например, эффективность какой-то интервенции для улучшения критического мышления наших учащихся. То есть мы можем, но это применение будет невалидно. Спасибо большое. Мы переходим к обсуждению доклада, уважаемый профессор Троянская, Юлия Корчешникова, аспирант, сотрудник Института образования. Пожалуйста, Юля. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы глубоко уважаем Ольгу и очень благодарны организаторам этого мероприятия в лице Андрея Ильича за то, что у нас есть возможность присутствовать на данном мероприятии очно, а не онлайн. Я полностью разделяю все, что сказала Ольга, то есть доклад комплексный, интересный, можно сказать, в поддержку выводов, которые получены по результатам критического мышления, что Высшая школа экономики тоже организовывала исследования по оценке, в том числе критического мышления, у студентов инженерных специальностей технических вузов. Это был проект «Супертест», который организовала в том числе Елена Юрьевна Карданова. И мы получили похожие результаты по оценке критического мышления. Вот. Но так как доклад достаточно комплексный, я бы хотела в своей речи затронуть немножечко другой аспект. Это применение информации, получаемой с помощью оценивания. То есть задача оценки, одна из основных задач оценки – это информирование основных групп стейкхолдеров, это государства, которые выступают в качестве заказчика образовательных услуг. И ему информация из оценивания нужна для того, чтобы принимать правильные политические решения. Это общество, которое выступает потребителем образовательных услуг, и для него информация из оценивания важна как для того, чтобы выбрать правильно образовательное учреждение. И само образование, как непосредственно производитель образовательных услуг, для него информация из оценивания нужна для того, чтобы корректировать образовательный процесс. Образовательные результаты, как было сказано у Ольги в докладе, можно рассматривать как предметные образовательные результаты и как универсальные компетентности. Если мы будем рассматривать оценивание образовательных результатов студентов как именно предметную составляющую, то здесь проблема для того, чтобы сравнивать вузы между собой, получать информацию релевантную и объективную, заключается в том, что учебные планы от образовательного учреждения к образовательному учреждению существенно варьируются. Поэтому выделить вот эту инварианту для того, чтобы можно было оценивать эффективность деятельности вуза, достаточно проблематично. Если мы будем рассматривать именно измерение универсальных компетентностей у студентов образовательных организаций, то здесь проблема заключается в другом. Именно в России эта проблема актуальна. Она касается, во-первых, как Ольга уже сказала, наши преподаватели, как показывают результаты исследований, считают, что универсальные компетентности – это врожденный навык, над которым работать, который самостоятельно формируется в процессе обучения в университете. Поэтому, когда мы оцениваем эффективность деятельности вуза при оценке универсальных компетентностей, здесь тоже вопрос, что именно мы оцениваем. Плюс в России у нас недостаточно инструментов для оценки универсальных компетентностей. Вот как я уже сказала в начале своей речи о том, что у нас использовался вот результат по оценке тест по оценке критического мышления в рамках проекта «Супертест». И на самом деле валидных и надежных инструментариев у нас в России для оценки универсальных компетентностей больше не применялось. Поэтому... Если и рассматривать опыт Соединенных Штатов Америки, то у них для оценки эффективности деятельности вузов образовательные результаты студентов очень активно используются. Вот один из примеров – это проект добровольной системы отчетности. Они создали веб-сайт «Портрет колледжа», на который вузы выкладывают характеристики вузов, плюс они могут использовать инструменты для оценки критического мышления, аналитического рассуждения, коммуникационного письма, я название инструментов не буду для краткости приводить. Корреляция между этими тестами очень высокая, поэтому вуз выбирает, какой из инструментов использовать. Он использует в начале образовательного процесса и в конце образовательного процесса, и смотрит, ну, как бы Ольга говорит о том, что это не очень эффективно делать, но тем не менее вот они применяют такую модель. То есть у нас в дальнейшем при оценке эффективности деятельности вузов тоже можно было бы использовать что-то, как бы сделать больше акцент на оценке образовательных результатов студентов. И тогда как нормативно-правовая база на самом деле в России уже заложена для этого. Вот, спасибо за внимание. Спасибо большое. Елена Юрьевна Карданова просила слово, пожалуйста. Ольга, спасибо большое. Каждый раз, когда слушаю вас, ужасно интересно, и каждый раз нахожу что-то новое. Но сейчас постараюсь отнестись именно к этому докладу и постараюсь быть краткой. Очень интересно, как вы представляете вот это performance-based assessment, и это действительно направление очень новое, очень прогрессивное, абсолютно здесь с вами согласна, что те конструкты, те вызовы в измерениях, которые стоят сейчас, в связи со сложностью конструктов, к которым мы сейчас подобрались, это действительно очень трудная задача, и измерить ее обычными методами, но как можно померить критическое мышление по-другому? Это очень сложно. Всегда нужно придумать что-то. И под performance assessment это ответ на этот вызов. Но интересно, что вслед за этим должна бежать психометрика. И психометрика очень развивается, и анализ лог-файлов, естественно, это очень перспективное направление. И анализ, то, что вот именно response styles, не обязательно даже лог-файлы, ну вот анализ времени ответов тоже из этого. И интересно, что мы в Институте образования разрабатываем инструменты, у нас есть лаборатория измерения сложных конструктов, которые используют тоже ESD-подход, используют даже более сложное оценивание системы. И интересно, что... Есть вопросы, которые вот остаются, и которые вот я думала, поднимете вы их, нет. Я понимаю, что сейчас нет времени, но я просто, может быть, даже больше обращаюсь к студентам, чтобы они подумали. Потому что вы подчеркиваете, что конструкт сложный, состоит из разных составляющих. поэтому всегда возникает дилемма, как сообщать баллы. Сообщать 1 балл по критическому мышлению. Или у нас хватает информации, чтобы понять, что происходит по отдельным составляющим. Потому что если мы будем готовить какие-то рекомендации, не дай бог, но вдруг, по развитию, то мы должны указать именно, а сейчас есть в OECD такой проект, который там задумывается, именно как развивать критическое мышление, какие практики преподавания в ВУЗе будут способствовать развитию студентов навыков критического мышления. Ой, креативное, но другое, такой же, да, креативное и критическое, но креативное это еще сложнее, на мой взгляд. Ну вот, поэтому это первая проблема. Вторая, конечно, вот проблема, которая, например, меня очень интересует. Вы упоминаете, есть задания с турбинами, есть задания там с чем-то еще, с чем-то еще, с чем-то еще. И одна группа студентов получает одно задание, другая группа студентов получает другое задание. Вот эта проблема сопоставимости результатов, которая в традиционной тестологии в принципе уже решена, и есть процедуры в Item Response Theory, там, Equating и все прочее. Как ее решить для данных инструментов, очень будет интересно с вами поговорить, если у вас есть какие-то предложения, потому что проблема очень интересна. И последнее. Контекст осмата. Хорошо. И последнее, это проблема, конечно, адаптации таких заданий для использования в международных исследованиях. Мы, естественно, смотрим в сторону вашего этого теста, мы хотели бы использовать его. Мы сейчас начинаем с командой Ольги исследование просто для сведения экономического... развитие экономических компетенций, назовем это так, у нас в Высшей школе экономики. У нас уже подписан договор, уже начинается само исследование, и поэтому мы хотели бы добавить критическое мышление. Мы смотрели и в сторону того теста, вот, который Юлия упоминала, что мы уже использовали ИТСовский тест, и смотрим в сторону вашего теста. Ну вот, мы это обсудим еще, но вот вопрос адаптации, вопрос... Конечно, вот, ну вот тут эти вопросы и несколько вариантов, потому что понятно, что одного задания мало. И вопросы адаптации, турбина это не наш, да, ветряные мельницы, это не наш. Он, конечно, очень интересный, и меня, например, очень волнует. Я за экологию, но нас не все даже... И птичек тоже жалко. Ну вот, поэтому я хотела сказать, что вот эти performance assessment, они, конечно, возродили очень много вопросов и очень много проблем, которые далеко не все на сегодняшний момент решены. И это здорово, потому что есть чем заняться нашим студентам и аспирантам.